В Стамбуле прошел концерт Государственного академического театра танца под руководством народного артиста Казахстана Булата Аюханова. В программу вошла классика балетного искусства «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Болеро» Мариса Равеля, «Кармен» Суита Жоржа Бизе и Родиона Щедрина и, конечно же, «Половецкие пляски» Александра Бородина и многие другие знаменитые произведения. Казахстан Девлет Бале и Данс Топлулуйла Билликте. Мы получили удовольствие от выступления Государственного академического театра танца Казахстана. Сегодня артисты исполнили знаменитые классические произведения балетного искусства. Восхищаюсь творчеством казахстанских танцоров, их талантом. Видно, что у вас сильная балетная школа. В будущем мы можем обмениваться опытом.